Всем привет! Сегодня вы узнаете, кто же сильнее, волк или алабай. Преступник. Максимальный вес волка доходит до 90 кг. Его рост до 80 см, а длина до 1,5 метра. Еще у них довольно сильный укус до 300 кг. Они более агрессивные, ловкие, гибкие, у них больше опыта и у них намного лучше реакция. Теперь алабай. Максимальный вес алабая доходит до 80 кг. Его максимальный рост доходит до 70 см, а длина до 130 см. У них тоже есть укус, но послабее. До 250 кг. Это волкодавы, которые появились 2000 лет назад до нашей эры. То есть это довольно древняя порода собак. Они охотники, но все-таки волк-хищник. Бывали случаи, когда алабаи убивали волков, но эти случаи бывают 1 на 1000. Поэтому я поставил бы где-то 70 на 30 в пользу волка.